Икроножные мышцы проводят такой лимфодренаж плотно-плотно. Сделали. Теперь прием прищепка. Большой палец работает против всех остальных пальцев. Мы как бы вот внедряемся и отодвигаем, опять же, мясо от большой берцовой кости. Сверху вниз. Движемся, да, чтобы лимфа по-прежнему текла сверху вниз. И движение у нас только по диагонали вот так получается. По 45 градусов вниз. Теперь любовно так обглаживаем, обходим вокруг лодыжки с обеих сторон, да, и с той, и с другой. И вдоль мышц. Тут хорошо видно, что есть ягодичная мышца, да, а под ней, ой, тьфу ты, икроножная, а под ней камбаловидная вот идет. Вот между ними прям пытаемся разъединить их, пальцем достаточно сильно внутрь проминаем. И теперь переходим к самой стопе. Значит, сначала защемляем точки акупунктурные, вот тут вот надо вот этой косточкой. Упирает, вот такая косточка с двух сторон. Вот над ней зажали, продавили эти точки, под ней продавили эти точки. Рисуем улыбку гумиплена, это вот сверху над сгибом. Получается снизу под сгибом ноги, где она сгибается, да? Вот таким быстрым способом растираем. Эта точка отвечает, и вот это место, зона, отвечает за половую сферу. Таким образом стимулируем человека, да? Дальше переходим к вращению стопы. Берем сначала за голень, то есть ниже лодыжки. Вращаем относительно нее стопу, раскручиваем сильно резко внутрь, потом наружу. Туда и туда. Теперь хватаемся за место щиколотки самой. Отдельно вот тут раскручиваем. Теперь хватаемся за пятку. Тут, когда мы хватались снизу, да, лучше руку держать поплотнее на стопе и большим пальцем удерживаем пятку. То есть вместе с пяткой. Как ракетку теннисную, парень по теннису удерживаем, да, большим пальцем. Такой же. Кстати, что это ракетка. И вот так же мы работаем. Повыше. Когда схватили за пятку, уже переносим руку вот сюда. Отдельно вот эти сочленения расшатываем. Потом переходим дальше. Хватаем здесь. Отдельно вот плюсневые кости, большой палец расшатываем. Вот он чуть-чуть щелкнул. И можно вставить большой палец. Это вот там, где обычно, знаете, ну, у женщин чаще бывает. На стопе выходит косточка, вот эта вот плюсневая кость. Вальгус. Как? Вальгус. Вот. То есть мы, смотрите, что мы расшатываем. Сначала вот это сочленение, да? Потом вот эти вот кости. Ну, их всем называть нет смысла там. Вот они, плюсневые кости, да, идут. Мы хватаемся. То есть вот тут расшатали, получается, вот тут расшатали, да. Хватаемся вот за вот эту часть. И большой палец. Изначально вот. Что значит это вышло? Вот сюда. То есть вот эта косточка выходит наружу. Мы расшатываем относительно нее большой палец. Уперлись своей рукой вот этой частью в косточку вот в эту, да, и вытянув палец, вставляем его в бок вот сюда. Ну, конечно, это можно сделать только на начальных стадиях заболевания. Это когда у нас, ну, что, палец мы вытягиваем и ставим в бок, это в каком случае? Ну, для здорового человека тоже неплохо, если он туда вот загибается и вышел косточку вот это. Есть такое, да. Да, у многих она выходит. У многих, да. Вот, я себе это даже делал, себе старый. Вот, смотрите, тут пальчиком защемили, да, и почувствовали, где соединяется косточка. Вот такая ямка будет, вот. Эту ямку обошли, чуть ниже вот сюда захватили и расшатали. А потом дергиваем и туда в бок. Вставляем. Теперь размяли все пальчики, протерли их, раскрутили их, вот
такими подкручивающими движениями. Если есть какая-то проблемка, то берем палец и вот, вот так вот все суставы крутим относительно друг друга. То есть должны почувствовать движение здесь, здесь и здесь. Во всех трех суставах. Рассчитали. И теперь, ну там много точек на пальцах, их не будем сейчас проходить. И теперь такого делаем подвешенного. Выдергиваем пальчик, его надо натянуть и как бы поддернуть вверх. На себя и вверх. И большой палец, с ним посерьезнее надо поступить. Сгибаем по 90 градусов, да, и удерживаем на себя. А упор перенесли на голень. Вот. Теперь проверяем их в обратную сторону. Растираем поднимающие пальцы, мышцы, поднимающие пальцы. Продавливаем медленно вот туда. И вот можно дойти до щелчка. Ну, это вот как бы мягкая техника. Некоторые делают прямо вот так вот, берут и все, пальцы ломают в противоположную сторону. Ну, смотрите, с каким-то человеком так можно поступить, с каким-то надо поаккуратнее, понежнее. А далее. Да. Некоторые с подагры приходят, ко мне пришел. Я за палец взял, он орал, как это. Там орут, да, там очень больно с подагрой. Теперь все вот эти мышцы, которые между плюсными костями, да, между пальцами, стараемся растянуть в стороны. Вот, разводим их, разводим. Растягиваем, растягиваем. И плотно захватив стопу, поворачиваем сначала вот в этой части, подальше, как бы вот этих косточек. То есть вот тут сочленение, потом вот тут будет сочленение, и вот тут три сочленения. Раз, два, три. Ну вот там уже был хруст. И в обратную сторону. Раз, два, три. Поплотнее. Вот здесь поплотнее и всем корпусом. У нас работает весь корпус. Если слишком много масла, нога скользит, да, то, соответственно, это все надо делать через тряпочку. Далее, вот как раз место, где проблема у кого продольное плоскостопие. Продольное — это вот такое. То есть вот тут вот косточка, она достаточно болезненная, если мы ее найдем. Вот, вот тут она, да? Вот ее размяли. И сейчас будем загибать стопу вот сюда. То есть уперлись в большую руку, захватили плотно пятку. Вместе со стопой, чтобы она не двигалась, делаем давление туда. И наш палец, вот об эту косточку, да, указательного пальца, мы загибаем ногу. В него. Получается, еще раз расшатали и в него. Если плоскостопие поперечное, ну, проверяется как. Если согнуться, так большие пальцы и мизинец, они должны соприкасаться. Ну, здесь, видите, соприкасались, так что все нормально. Если нет, то, скорее всего, это какой-то из этих средних пальцев. Он выходит вот сюда. То есть пальцы, вот они отсюда начинаются. Вот видите. Вот эти сочленения отдельно, их друг от друга, пальчики расшатываем, разминаем место их начала и крепления. Потом упираемся в тот палец, который вышел сюда, да? Ну, получается, в данном случае вверх. Своими пальчиками, да? А второй рукой сверху будем давить. И на скручивание ноги. Можно поменять. И продавили вот так вот. Ну, кстати, вот у него увеличилось даже еще больше, видите, насколько стало гнуться. Только что вот они вот еле-еле касались, да, теперь вот как легко. Так, ну и теперь натягиваем за пальцы в обратную сторону, стопу наклоняем на него, прям со всей силы, всем своим корпусом. Растягиваем таким образом ахиллес сухожилие и растираем его. Растираем до угольного состояния, оно горит. И вниз, 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 все движение таким вниз. Теперь пятку на себя натягиваем, вот прием лапы леопарда, да, как будто бы стараемся стереть
от пяточной кости мясо вот все поднять выше. Проходим его пальчиками, так вот плотно-плотно. Проходим по наружной и внутренней стороне до конца, до пальцев, да? Здесь находятся тоже акупунктурные точки, но вот внутри у нас находится позвоночник. Вот эта вот голова, вот тут шейные позвонки. Здесь получается вот весь основной хребет идет, поясница. И здесь копчик, да? Вот эти точки еще раз можно промять. Акупунктурный, пройдясь как бы по всему позвоночнику. А внутри стопы у нас находятся акупунктурные точки всех внутренних органов. Ну, у нас сейчас нет задачи всех знать досконально, да? Просто там примите к сведению, что вот тут, например, по квадрату вот такому кишечник находится, вот так толстая кишка идет, тут тонкий кишечник, сверху там, соответственно, легкие, там, глаза, уши, печень. И, ну, глаза, уши, это уже на пальцах. Вот, мы их, соответственно, примерно делим на такую клеточки, как в тетради, да, и каждую вот эту клеточку проминаем, не больше отцу, давливая внутрь. Для ускорения я двумя пальцами сразу делаю, чтобы эти точки побыстрее пройти. Пяточная шпора начинается вот здесь. Там идет нерв и сухожилие, где пятка заканчивается. Там такой бугорок есть. Сейчас покажу вам его. Вот он. Вот прямо здесь вот обычно шишечка. Кальциты там всякие накапливаются. Они вот давят именно на нерв, поэтому больно. Вот мы для профилактики эту точку продавливаем туда, обратно, в ту сторону. И массируем ее, разминаем. Таким вот резким движением, не резким, а сильным движением, глубоко кулачком протерли всю стопу. Опять же, видите, сверху вниз я иду, да? То есть от пальцев вниз. Получается по телу вверх. И переходим к другим мануальным приемам. Потрясли нож, хорошо подвигаем. Вправляем колено под 45 градусов. Ставим руку вдоль ноги, да, наша предплечье находится. Но упирается в колено под 45 градусов. Надавливаем, а вот оно уже щелкнуло. Расшатываем, расшатываем голень, и движение друг против друга идет одновременно. Теперь наша рука переходит на середину бедра, а эта рука переходит на экватор стопы, вот самую верхнюю часть, самую выпирающую часть вот эту, да? Пятки соприкасаемся с локтем, чтобы она никуда не ушла, закрепили вот такой, да? И вытягиваем стопу на него, в сторону головы. Тоже может быть щелчок и мобилизация, даже в нескольких местах. Далее. Прислоняем пятку к противоположной ягодице. Вы видите, не прислоняется. Здоровый человек, в принципе, вот почти соприкасается. Здоровый человек должна пятка касаться обоих ягодиц. Ну, вот так, наверное, потянулась спереди мышца. Да. Вот. Тогда кладем ее чуть сбоку и одной рукой держим, да? А другой рукой опять голень проходим, отделяя мясо от костей. Проходим кулачком по вот этой комболовидной мышце, по передней, со всех сторон. И локтем расплющиваем. Вот, практически массаж ноги закончен от сих до сих, да? Нам только остается остаточные вот приемчики пройти. Это значит кулачками. Бьем часто-часто-часто по ахиллову сухожилию, но не очень сильно. Вот тут уже можно посильнее. Прошлепали. Подшлепываем так, что вот перекидываем
ну как бы массу, да, из руки в руку. Вот так вот еще расшатали немножко дополнительно. И, ну вообще все эти движения вот лучше в ту сторону делать. Я просто встал, чтобы не спиной к камере стоять, да, в эту сторону делаю. Протянули мышцы с вибрациями. Вот такой. Завершили сеанс. Ну, а мы с вами перейдем к отработке все на практике, на натуре. Те, кто нас смотрит, они, конечно, многие нюансы не узнают, многого недополучат, но, тем не менее, не забудьте поставить лайки. С вами был Олег Алабудин и наша школа Академии телесно-ориентированных практик. До новых встреч. 19 минут аж. Да?